20 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции, которая посвящена актуальным вопросам отоларингологии и педиатрии. Отличительной особенностью конференции стала ее междисциплинарность. В повестку мероприятия включены различные вопросы хирургии и педиатрии, что поможет врачам смежной специальности лучше понять логику друг друга в интересах пациента. Если пациент к нему приходит, он должен получить помощь на самом высоком уровне, которое сегодня, ну, не хочу сказать международного класса, но, во всяком случае, регионального класса. То, что, так сказать, сегодня в регионе делается, этот специалист, работающий в регионе, должен уметь оказать эту помощь. Если он не умеет сам, то он должен знать, кому в регионе обратиться, чтобы помощь эту оказать. Как известно, в настоящее время Федеральный университет держит очень высокую планку подготовки для студентов медицинских специальностей. Некоторые из них пополнят ряды лор-врачей и педиатров. И подобные мероприятия признаны в том числе помочь сегодняшним студентам найти свое достойное место в медицине. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.